Всем привет! Сегодня я вам покажу свои два заказа с сайта AliExpress, и это у нас сумочки. Первая — это сумочка в виде мороженки, женская сумочка. Продавец все очень хорошо укомпоновал. Выглядит она достаточно симпатично. Размер ее небольшой, вы можете видеть размер моей ладошки. И, соответственно, к ней идет ремешок. Сумочку эту мы брали на подарок племяшке. Она сделана из эко-кожи. И что мы видим? Внутри мы видим, что продавец сделал подарок, резиночку для волос. И также видим сам ремешок. Также мы видим, что все очень хорошо укомплектовано, ничего здесь не порвется, даже есть подкладочка. Вы можете видеть, как все хорошо, качественно прошито, сделано. Подкладка идет из такого темно-коричневого цвета, очень приятный такой брезент. Ну и давайте посмотрим. Есть, конечно, один небольшой минус, то что уже есть заломы на самой сумке, но это может быть просто, скажем так, вследствие доставки самой. Видим с вами, что ремешок достаточно длинный, цепляется на карабинчик, все достаточно просто. Карабинчик, правда, хлипенький, но сумочка достаточно хорошего качества, из плотной кожи. И уже видим проблему, что карабинчик наш один плохо, нет, хорошо открывается. Все-таки хорошо. Странно, что такая большая идет скоба и такой хлипенький карабинчик, но это, в принципе, не сильно заметно. Собственно говоря, данная сумочка предназначается для девушки, для девочки, также для женщины. Размер, в общем-то, небольшой, и думаю, что она подойдет для многих любительниц необычных сумок. Что в нее можно положить? Мобильный телефон, также можно положить визитницу и карточку. Ну, собственно говоря, ключик, помадку, телефончик тоже в нее войдет. Рекомендовать буду, советую. У них еще есть сумочка в виде пироженки, то есть идет кексик и вишенка наверху. Хочу обратить еще одно внимание, что эта сумка в виде пирожной только с одной стороны. С обратной стороны она имеет просто черную такую вот кожу. Следующая сумка, которую мы с вами тоже рассмотрим, но это не сумка, это именно уже рюкзак. Тоже с сайта AliExpress. Пришло оно вот в таком вот пакете. Я все открыла и уже готова вам показывать. На самом деле это рюкзак для мальчика. Покупался специально. Пришел он тоже упакованный. Все было закрыто. И хочу вам показать. Рюкзак сам в стиле Мстителей. То есть, если кто смотрел фильм, то знает. Надеюсь, что племянник будет, конечно, в диком восторге. В этом рюкзаке есть еще одна особенность. В этом рюкзаке есть еще одна особенность, что здесь надпись светится в темноте. Надпись и сам значок. Здесь есть несколько карманов. Можно поближе подойти, посмотреть. И также вы можете видеть, что здесь цвет самой подкладки темно-коричневый. Очень много карманов. И, соответственно, вы видите, что здесь можно все положить. Рюкзак идеально, конечно, подойдет для школы. Не такой детский рюкзачок, как сейчас, конечно, продаются в магазинах, а такой вот достаточно, я бы сказала, мальчуковый рюкзак. Идеальный. Вот, надеюсь, что очень хорошо видно на камеру. И, конечно, я уже, кстати, сейчас, вот если мой оператор подойдет ко мне поближе, я уже вижу, что есть некое свечение, да, вот здесь видишь, фиолетовым таким вот на камеру, видите, вы можете видеть, даже я уже, видите, как играет свет, то есть эта надпись в темноте светится, это реально очень круто, я думаю, что мальчишки, конечно, будут от этого в восторге. Так, ну и, конечно, здесь все очень хорошо закрепляется, сейчас не будем на это тратить время. К сожалению, вот эта вот светящаяся сама накладка, она только с одной стороны. Далее давайте посмотрим, что же у нас еще в этом рюкзаке есть. Я просто тут немножко разошлась.
хочу показать, что рюкзак достаточно глубокий, если видно на свету. И у него есть такие вот проводки. Проводки это для зарядки мобильных устройств и не только мобильных. Пока, правда, вот мы сейчас не разобрались, как это точно подключается, но я думаю, что сейчас мы этот вопрос решим. Рюкзак сам достаточно вместительный, посмотрите, в него можно очень много что положить. Есть, что отлично подходит, так это очень такой вот приятный большой карман внутренний. Надеюсь, вы хорошо видите, сейчас постараемся показать. Свет уже приличный. Немножко темнеть начинает. И сама спинка, вот если вы можете ощутить, она из поролона. Спинка очень удобная, дышащая. Рюкзак закрывается. И давайте, наверное, самое главное сейчас мы будем проверять. Здесь мы с вами видим, что есть подключение с USB на внешний порт. То есть для зарядки, для удобной зарядки. Давайте рассмотрим далее. Здесь есть два боковых кармана. Кто смотрел обзор моего рюкзака Nike, тот знает, что я тогда не поняла, зачем нужны такие большие карманы, но сейчас я могу сказать, что они очень удобные. Они, правда, сделаны из сеточки, есть вариант, что они могут порваться, но, в принципе, карманы достаточно высокие, глубокие, сюда войдет бутылка с соком, с водой, с минералкой. Следующее, что также немаловажно, уже вот опять, да, вот видно, что на камеру, что разными цветами играет вот эта светящаяся штука, даже мне самой захотелось такой рюкзачок, в общем-то, заиметь. Вот, здесь есть скрепление, это сейчас мы с вами не будем делать, не будем терять времени. Время, здесь также все это подсоединяется и закрепляется. Очень хорошие дужки, достаточно плотные, опять же, посмотрите, что немаловажно, это дышащее материя, которая будет удобна, во-первых, на плечах, на спине, и ваше тело будет дышать. Не очень понравилось, честно признаюсь, вот эта вот хлипкая дужечка, потому что она очень, по сравнению с таким габаритом, достаточно хлипенькая, но надеемся, что она не порвется. Ну и давайте мы сейчас проверим, как это у нас средство зарядное будет работать. И, конечно же, вот сейчас постараюсь опять акцентировать внимание на вот этой вот светящейся штуке. Кстати, хочу обратить внимание, что вот эта вот Limited Edition, вот эта вот серия Adventures, конечно, очень классная. Если вот сейчас мой оператор пока снимет, как это все переливается, пока я пойду за телефоном, и сейчас там вернусь. Итак, давайте мы с вами проверим, собственно, как это все работает. Честно говоря, не знаю, возможно, понадобится время, строго не судите, можно меня и, в общем-то, если куски материи заденутся, скажем так, вот, то ничего страшного. Ну, я имею в виду, если в кадр попадет ноги или что-нибудь из этой серии. Так, давайте попробуем. Ну, во-первых, конечно, я не совсем понимаю, как здесь подключать, потому что здесь есть вот два провода, да, которые подсоединяются, собственно, к телефону. Точнее, не к телефону, я сейчас не права. Можно с ногами меня уже снимать, ничего страшного. Когда я писала, собственно, продавцу, как работает данное зарядное устройство, он мне ответил, что вы берете Powerbank, вставляете туда проводок, который, собственно, торчит из самого рюкзачка, и саму вот этот вот штепсель, да, ну, условно говоря, 3-5 миллиметров вставляем в сам телефон, и якобы должна пойти зарядка. Но, к сожалению, я пока этого не вижу, хотя зарядное устройство, я не понимаю, работает оно. Так, два заряда у нас есть? Или уже нет? Есть. Есть, два заряда. Но почему-то мы не видим никакого эффекта на моем телефоне, то есть не видно, что заряд идет. Что с этим делать? Какие есть варианты? Ну, варианты есть следующие, собственно говоря. Вытаскивается вот из этого штепселя, скорее всего. Да? Я правильно понимаю? Вот эта вот штучка.
А, я, кажется, поняла. Нет, я не поняла. Я не понимаю, как это работает, если честно. А, все, все, ребята, все, тема пройдена. Все понятно. Вставляем сюда. Смотрите. Я причем забыла об этом, да-да-да. Итак, как она работает? Берется пауэрбэнк, вставляется в пауэрбэнк, и, собственно, он прячется у нас во внутреннюю часть сумки. Берется проводок, вставляется с этой стороны в USB-порт, вот таким вот образом, и в сам телефон. И сейчас мы с вами проверим, как будет работать наш с вами телефончик. Итак, товарищи, проверяем. Наша зарядка пошла. Сейчас я вам покажу. Видите, да? Звездочка есть. Зарядка пошла.